На полигоне ТБО в Городецком округе продолжается активная борьба с пожаром. При администрации создан оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Работа по локализации очага возгорания под контролем главы округа Александра Мудрова идет больше суток. Сейчас работы построены по трем направлениям. Первое – это идет отливка водой при помощи наших пожарных машин тех участков огня, которые, по сути, расползаются в стороны. Соответственно, отсекается их фронт дальнейшего распространения. Параллельно с этим идет отсыпка грунтом со стороны карты, не охваченной огнем, для того, чтобы предотвратить ее возгорание, и затем плавно переходить на карту, которая горит, чтобы также продолжать отсыпку грунтом. И третье, сейчас удаляется древесный сухостой, который проходит за границей полигона, для того, чтобы предотвратить случайного его возгорания, по сути, увеличить противопожарный разрыв. Помогают как представители областных структур, которые предоставили дополнительную технику из Бора, с Нижнего Новгорода. А также нам помогают волонтеры. Очень много людей откликнулись ночью, которые приехали к нам. И посменно организовали график работы их. В настоящее время они также находятся у нас на тушении пожара. Работают на мотопомпах для того, чтобы пролить территорию, чтобы огонь не распространялся и не выходил за рамки того объема, который у нас уже есть. Площадь пожара по-прежнему насчитывает 35 тысяч квадратных метров. Горят две карты из трех. Несмотря на то, что наблюдается большое задымление, эвакуации жителей ближайших деревень на данный момент не требуется. Также проведен отбор проб воздуха для лабораторного исследования. Вчера отбор проб проводили Роспотребнадзор. Вчера также отбор проб проводил СЛАТИ по ПФО Росприроднадзора. И мы приняли решение сегодня, естественно, тоже использовать свою региональную экологическую лабораторию, отобрать пробы, посмотреть, какие есть результаты. На данный момент результатов исследований пока нет, о развитии событий расскажем совсем скоро.